Боже, какой кошмар. Ну ладно, ну, дочка, вот сделай мне красиво. А как же можно было довести свои ногти до такого состояния? Так я ж работаю. Господи. Да нет, это вы знаете, это вам к ветеринару, я тут вряд ли смогу помочь. Ну помоги, дочка. Меня шахтеры к хозяину на переговоры отправили. Этот хозяин, он, знаешь, такой весь в духах. Вот в маникюре вот тут с ног до головы. Ну, в общем, я тоже решил маникюр сделать, чтобы он подавился. А вы вообще представляете себе, сколько это может стоить в нашем салоне? Ну, а сколько? Да вот, да по 300 рублей вот за такой ноготь, за каждый, не меньше. Да вы что? Да. 300? Да. А ты знаешь что, а ты мне один ноготь сделай. Я когда на переговоры пойду, так я так руки в кулаках держать буду, чтобы ногтей не было видно. А зачем тогда один ноготь делать? А вот когда мне хозяин свои предложения объявит и спросит по рукам, вот тут я ему этот ноготь-то и покажу.